Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация, подстрекаемая, руководимая Вашингтоном, пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующий удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы. Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы.